Всем привет, друзья! С наступающим Новым годом! В этом видео мы хотим вам показать, как накрыть стол быстро к приходу гостей, и чтобы у вас осталось еще много времени для того, чтобы привести себя в порядок. Сегодня мы готовили баклажанные язычки, салат оливье и салат курица под шубой. Для приготовления баклажанных язычков баклажаны необходимо помыть, нарезать, залить холодной водой, обильно посолить воду, накрыть тарелкой и поставить сверху гнет. Примерно через час баклажаны нужно тщательно отжать и обжарить на подсолнечном масле с двух сторон. А для того, чтобы баклажанчики равномерно прожарились, их нужно попрокалывать вилочкой. Теперь нам с вами понадобится укроп, который нужно будет мелко нарезать, пара зубчиков чеснока, которые нужно пропустить через пресс, а также нам понадобится с вами майонез провансаль. Все ингредиенты нам с вами нужно качественно перемешать, для того, чтобы образовалась однородная масса. Теперь нам с вами понадобятся вкусные спелые помидоры, которые нужно нарезать кубиками. Ну что ж, будем собирать наши язычки. Выкладываем баклажан на тарелку, смазываем его кремом и посыпаем помидоркой. Заворачиваем в форме рулетиков. Еще один вариант закуски баклажан на язычки может выглядеть таким образом. Смазываем баклажаны кремом. Выкладываем сверху порезанные помидорки и сверху посыпаем укропчиком. Теперь пришло время собрать салаты. Для удобства и скорости мы заранее нарезали все ингредиенты и поместили их в разные мешочки. Посмотрите, как красиво и аппетитно выглядят наши баклажанчики. Ну что ж, собираем салат оливье. В чашку выложили картошку. Теперь сюда идут маринованные огурчики. Докторская колбаска, отварная морковь, зеленый горошек и, конечно же, майонез провансаль. Подсаливаем по вкусу и перемешиваем наш салат. Добавляем отварные яйца, все хорошо перемешиваем, один салат готов. Следующий салат – это курица под шубой. В чашку мы уже добавили с вами картошку, теперь добавляем курицу, свеклу, отварную морковь и куриные яйца. Добавляем майонез, подсаливаем по вкусу и перемешиваем готовый салат. Ссылочку с приготовлением очень вкусной курочки с картошкой в духовке мы оставим в описании. Вот такой стол у нас с вами получился. Все очень быстро, вкусно и нарядно. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем вам всем крепкого здоровья, материального благополучия, мира и добра вашему дому. Если вам понравилось наше видео, то ставьте свои пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте о том, что вы можете нажать на колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления о новых видео от нашего канала. До новых встреч! Пока-пока!